6 утра, я гуляю с собаками, провела мужа в Ивано-Франковск, в Ровно поехала. Вот, и поехали в командировку. Здесь все будет хорошо. Вот, так что мы с Виталинкой одни на хозяйстве. Вот. Ну, естественно, что мы очень любим, когда муж уезжает, единственный плюс в этом всем, что мы с Виталинкой спим вместе. Это я очень люблю, и она любит. Все знают, кто меня давно смотрит. Виталинка очень долго спала с нами, уже большая была, спала с нами. Вот, и очень долго не хотела от нас уходить. Сейчас покажу вам. Вот, мусорные машины заработали. Какой этот... Красиво как. Сейчас попробую туда сходить, к озеру, и снять. Ой, это я вас... Красиво. Муж поехал. Вот, и... Мы одни. Вот, утро раннее, люди только-только. Все еще темно. Сейчас покажу. Тут вообще дом нерабочих людей. Там тоже, короче, не все дома даже. Это тут только 2-3 квартиры на вот этот весь дом, представляете? А, нет, четвертая. Вот только люди начинают ходить. Собачников даже еще нет. Слушайте, так прикольно рано гулять. Вообще. У нас минус 5. Хотя я не ощущаю минус. Ой. У нас, если видно, сейчас покажу. Видно? Сейчас покажу. Красотка блестит. О, видите, как блестит? Смотрите. Видите, изморозь. Все покрылось изморозью. Солнце глянем красиво. Вот это красота. Вот такая красота с утра. Птички поют. Уточки он уже... Озеро потаяло, катаются, плавают. Уже вон там лед чуть-чуть, вот тут возле берега, видите, они тут сидят. А дальше они плавают уже. Ой, боже, я уже запуталась в поводках. Так, Ника, пошли. Мы туда не пойдем, наверное. Хотя можно было по озеру пройти, судриться. Ладно, спущусь с ними, прогуляюсь. А так вот красиво. Доброе утро, Киев. Приготовила сейчас полперва ночи борщ зеленый с крапивой. Такая красота, крапива, укроп здесь на говядине. Вот. И все, сейчас на маленьком огне выключаю. Чуть-чуть еще проварится. Я пойду уже ложиться. И потом приду, выключу минут через 10. Вот, там просто яйца добавила отварные. Вот, сейчас яйца проварятся. И все. Завтра борщик у нас есть. У нас снежок пошел. Не знаю, видно, нет на камеру. Ветер сильно холодный. Ох, стою, жду маршрутку. Такой ветер ледяной нанесет мою нам зимушку. Мне надо на работу. Я стою, жду маршрутку, чтобы доехать до метро. Ох, холодрыга. У нас летет
То снег шел такой сухой, потом дождь какой-то мелкий, не пойми, что дождь или снег. Теперь опять снег такой колючий, мокрый. Что намело, но теплее стало. Уже очень холодно было. Я купила креветок Виталине и осьминожку. Она хотела осьминога. Правда, она огромного хотела, но я так понимаю. Может и нет. Ну такого. Не бэби, а такой средний, как ладошка моя. Взяла одного на 40 гривен. И попробовать. Вот. Короче, смотрите, как красиво. Вау. Иду домой уже поздно. Вот. Не очень новости хорошие. Короче. Так. Бегу домой, потому что Виталинка одна. Так. Клетки вот такие по 300 гривен и осьминожка. Один такой вот, нечищенный, надо сейчас кипяток его почистить. Ну, наверное, нечищенный, чтобы понимаем, как кальмар коричневый. Вот, так, дальше, это Варуся. Таленка бананы попросила, две сметаны взяла по скидке. Я хочу шоколад сделать из сметаны, чтобы кушать с этими бананами. Так, апельсины. Сначала одни взяла, потом эти увидела. Потому что такие дорогие апельсины. Эти по 44,90. Не понимаю. По 100 с чем-то, и 44, и по 80, и по 69. Этих лучше, чем по 69 были. 4 апельсины. 2 яблока. Виталина попросила Семеренко. Но они без желтого бочка, не особо желтые, поэтому 2 штучки только взяла. И взяла 1 лайм, мне захотелось. Вот. Блин, а что я лимоны не взяла? Мне еще лимоны надо. Ладно, у меня пол лимона есть. 1 лайм взяла. Вот такие, такие покупочки. 400 с чем-то гривен. Почти 500. Да ничего не купила. Так, вчера был мороз, сегодня тепло. Сегодня плюс 5. Я еду на работу. Снег, кстати, весь потаял у нас. Теплынь-теплынь. Я кофту потоньше одела, просто пальто тоже одела, пуховое. Так, я еду на работу под запись клиентам. Вот, так что... На работу приеду, кое-что вам расскажу, наверное, если не забуду включиться, если не буду занята. Вот, я ненадолго. Тоже не очень удобно. Вроде маршрутка ездит, да, но она ездит в такое время, для меня лично неудобное. 11 часов утра, она уходит последняя от метро. А у меня получается, в принципе, на работу нет надобности очень рано ехать, потому что это бизнес-центр, и там выходят все не рано тоже на работу, так к 10 где-то. Соответственно, утром там вообще особо делать нечего. Там в обед клиенты и вечером, когда с работы бегут люди. Вот. И как раз вот это время, которое, когда маршрутка не ездит, мне неудобно. Так, пойду я, наверное, к следующей остановке пешком, а то я пошла в другую сторону, пойду я туда вперед. Если нет, пойду на метро пешком. Нет, маршрутки вообще непонятно, ходит она или нет, или она в это время не ходит. Короче, я... Мне очень удобно, когда мужа нет, мне ездить без машины не очень удобно туда. Потому что, по сути дела, мне на 12 где-то надо, на час... можно приезжать. Ну, с утра ни разу не было клиентов. Клиенты в обед. Много людей, потому что у некоторых там обед 2 часа, час-два у некоторых обед. Вот, то есть разные фирмы там по-разному. Вот, и в обед много людей прибегают там и маникюр делать, и стрижку. Вот, в свой обеденный перерыв. Ну, короче, такое. Вот.
Ну и вечером после работы тоже там забегают клиенты. Вот, в основном там под запись. Вот я сейчас еду там. Вот, вчера тоже поздно мужчина был. Во-первых, там вечером, помимо того, что идут люди с этого бизнес-центра, там еще и едут мимо люди. Вот. Так, маршрутки нет. Наверное, я пойду пешком. Еще и в Аврору заскочу. Увидела новинки классные в Авроре. Хочу посмотреть, есть ли у нас здесь на Почайной. Ну, такая гомняненькая Аврора. Так, дошла я до следующей остановки. Шла я, наверное, пешком. Вот. Ладно, приду туда, в салон, расскажу новости. Хорошая погода, да? Дождь начался. Сначала по чуть-чуть, а сейчас капец. В лицо именно мне. Ой, ну я имею в виду, как в ту сторону, куда я иду, именно ветер мне дует в лицо с дождем мелким. Ужас. Вчера снег, мороз, сегодня дождь. Ну что за погода дурацкая. Как обещала рассказать, сейчас освободилась, расскажу. Покажу, во-первых, я то, что купила. В Аврору зашла. Видела такой крючок в рекламе давно. Я не хочу распаковывать, потому что я его не буду сейчас использовать дома. Я не знаю, мне для чего-то был нужен, я сейчас не могу вспомнить. Так как, возможно, у нас дома будет скоро ремонт. Не знаю. Посмотрим. Ну, по крайней мере, мне так хотелось бы. Уже давно хочу, но, к сожалению, не от меня зависит. Вот. Вот такой крючочек. Не помню для чего. Мне кажется, для сумок. Короче, он гнется, этот крючок. Вот эта часть, вот, вот эта часть, она гнется. Можно вот так ровно. То есть можно вот так его подвесить. И он будет вниз висеть вот этой штукой. Вот так вот. То есть, да? И на него можно вешать. Можно вот так вот в спине. И тоже на него вешать. И тут вот такой хороший клеящийся. Клеящаяся база, она сюда вставляется. Вот. 30 гривен такой крючок стоил. Жалко, что только черный есть. Вот. И трусики. Смотрите, какие трусики. Блин, 58 гривен, по-моему. По-моему, да. 58 или 59 гривен. Я там другие хотела, но взяла эти более с тоньше кружевом. То есть не будут выпирать. Но размер у меня эмочка. Вот. Но я хочу дома померить, потому что я не знаю, как они сядут. Вот. Блин, люди ходят тут за окном, оно все видно, как в аквариуме. А я тут трусы растягиваю. Короче, вот такие трусики. Смотрите, какие они хорошие. Кружево, бежевый цвет. Я обожаю бежевые трусы. Их почти не видно. Летом вообще обалденная вещь, незаменимая. Тут они, конечно, синтетика у них идет. И ластовица типа хлопок. И видите, тут есть вот такие вот места. Не очень хорошие. Вот так вот ниточки торчат. Но я думаю, что я легонечко зажигалочкой пройдусь. Будет норм. Так, вот такие покупки. Заходила, хотела бокалы. Там красивые видела бокалы. Хотела их посмотреть, не было. Так, рассказываю новости. Новости не очень приятные, но, к сожалению, все, что не делается, все к лучшему. Значит, вчера пообщались там с девочками туда-сюда, короче, я в пятницу звонила девочкам, говорю, аренду надо уже платить. Вот, говорю, давайте денежку дам. А девочек не было в пятницу. Они не, ну, мне сказали, не надо. Я хотела оставить тут им. Потому что я не знала, в понедельник я выйду или нет. В понедельник я не вышла. Получается, во вторник мы созваниваемся. Типа, да-да, я говорю, я должна быть. Если не буду, то скину деньги на карту.
Ну, мой приход сюда зависит от, есть запись или нет людей, клиентов. Вот. И тут мне звонит девочка, говорит, все, надо вещи собирать, короче, до четверга вещи собирать. Я говорю, в смысле? Не поняла я. Она говорит, прислали мне аренду, ну, короче, аренду платить и плюс коммунальные. А у них был договор, что первый месяц коммунальные типа с них не будут брать. Ну, с нас, с них, с нас не будут брать, как бы первым, так как тут салон 2 года стоял закрытый, люди не прикормленные, короче, типа нам пойдут на уступку, и мы коммуналку платить не будем. Об этом была договоренность, и я об этом тоже знала, как бы я еще несколько раз переспросила. Ну, хочу посмотреть, как это расчетка действует. Короче, я еще переспросила там у другой девочки, она говорит, да, типа коммуналку мы не будем платить там. Ну, короче, месяц-два они даже говорили. Ну, месяц точно. Вот, тут она мне звонит, говорит, 2,5 коммуналка. Говорит, я не буду платить. Вторая девочка тоже не хочет. Ну, короче, они не хотят оставаться тут. Мы не хотим больше тут оставаться, потому что такая цена, аренда плюс коммуналка получается очень дорого. Я говорю, нифига себе, коммуналка 2500, если учитывать, что нас тут не было некоторые дни, мы не включали, даже если я была, то тут горел только свет. Я водой не пользовалась практически, ну, мало, ну, не в огромных объемах. Вот. И такая коммуналка, ну, то есть в МАФе, когда я работала, там 3000 в морозы коммуналка была. Работала 2 калорифера, один дуйчик, один батарея масляная. Вот. Ну и, короче говоря, девочки, все, мы будем съезжать. Ну, соответственно, я тоже тут не потяну аренду, хотя у меня поперли люди, у меня есть клиенты, уже есть люди, которые за месяц пришли второй раз. Да, можете себе представить. Ну, мужчины стригутся часто. Ну, тем более, кто в офисе работает. Вот. И тут очень им удобно. В обед прибежать, после работы. Ну, короче, очень удобно. Вот. Ну и все. Что я вчера приехала, мы стали говорить. Я говорю, давайте, может, еще пообщаемся с директором, может, он нам скинет либо коммуналку, либо деньги. Она говорит, ну, либо аренду. Она говорит, я с ним общалась, он ни в какую, вы что, на базаре торговаться со мной. Ну, короче, ля-ля-фа. И тут вечером, у этой девочки тут работает знакомая, которая, ну, как сказать, она общается с директором, она тут в курсе всех дел в этом бизнес-центре. Вот, она тут занимается арендой тоже. Ну, короче, много чем. Я не знаю, кто она, но, короче, она тут работает. И она потом вечером ей звонит. Мы позвонили ей, хотели же пообщаться. А, ну, позвонила Наташа в том смысле, что говорит, мы до четверга не выедем, потому что у меня в пятницу, я сказала, я только в пятницу смогу вывезти свои вещи, потому что у меня в пятницу муж приедет с командировки, только тогда я смогу вывезти вещи. Вот. Ну и она тоже сказала, ей стол маникюрный некуда вывозить. Короче, она ей хотела позвонить это сказать, и она говорит ей, Наташа, я тебе не могла сказать при директоре, короче говоря, они в срочном порядке тут хотят сдать, вернее, тут появился клиент на аренду этого помещения. Какая-то IT-компания, которая тут работает на территории этого бизнес-центра, они хотят именно взять это помещение на первом этаже. Вот, срочно. Все. Вот, соответственно, они там и аренду им залупили, потому что айтишники могут заплатить нормально. Вот, потому что нам они скинули в половину аренду почти. Ну, поэтому он нас не знал, как отсюда выдвинуть и сказал платить аренду, этот коммуналку, еще и большую такую. Ну, все. Вот так вот.
Так что сейчас позвоню девочке, она должна была сегодня поехать там смотреть аренду. Вчера стали просматривать опять мафы для себя. А вторая девочка, она не хочет работать пока, она сама на себя. Она говорит, я не могу клиентов найти. Короче, она пойдет в салон маникюр делать, а эта девочка, она никакой не хочет на кого-то работать. И она хочет со мной аренду типа снять. Поехала сегодня, должна была пойти посмотреть там, вот, в хорошем месте, в очень проходном. Вот. Это не на улице, это в помещении МАФ. Ну, не буду говорить в каком. В помещении вокзала, скажем так. Внутри МАФ, в помещении вокзала. Поэтому там будет, конечно, получше проходимость и все. Мужчина приходит, говорит, какой у вас интересный одеколон, говорит. Нравится. Вот такие новости. Так что я сначала расстроилась, а потом думаю, блин, так все, что не делается, все к лучшему. Во-первых, у меня очень много дел скопилось. Мне надо пойти по врачам, надо себя заставить прямо за одно место взять себя и заставить идти к врачу. Мне надо сходить к гинекологу. Мне надо сходить к зубному, не знаю. Мне сейчас самое главное, мне нужно к гинекологу попасть. Все, что меня больше всего интересует. И еще у меня с пальцем на ноге проблемы тоже. Но сейчас нету, слава богу. Мне надо с Виталинкой сходить к ортодонту и сходить к терапевту, взять направление к ортопеду, потому что у нее проблемы с коленями. Вот, так что есть чем заниматься. Ну, короче, в общем-то, посмотрим. Посмотрим. Если не найдем аренду вместе, она говорит, ищи ты тоже. Я говорю, ну, понимаешь, у меня, говорю, я кроме Оболонского района, больше других районов как бы не рассматриваю. А ей другой район удобен. Но тот район, который она нашла, мне тоже он удобен. Я как бы согласна. Вот, потому что, опять же, по дороге муж меня сможет завозить. Вот, и у меня прям мой транспорт есть туда. Девочек визитки случайно забрала. У них визиточки тут. Короче, такое. Все. Что еще рассказать? Ничего интересного. Муж в командировке, мы с Виталинкой вдвоем. Я хожу на работу, она ходит в школу. На бок сейчас не ходила, потому что то у нее по здоровью она не может на бокс пойти, то у нее колено болит. Пока пропускаем. Не буду заставлять ребенка идти травмироваться. И в определенные дни тоже она не может пойти на бокс. Так что так, сегодня должна была в школу пойти, была тревога. Тоже не пошла, потому что уже на два урока нет смысла было идти. Ну, вот так и живем, я думаю, как многие в Украине. Вот, заберу все отсюда. И посмотрим, что дальше будет, куда меня занесет. Куда меня занесет. Может быть, и никуда. Потому что муж как бы не хочет, чтобы я работала, в общем-то. Вот. Ему очень удобно, когда я дома. Ну, в нынешнее время вообще очень удобно, когда я дома. Знаете, всегда на подхвате. Что с этим делать, скажите? Это из-за того, что я в телефоне, да, сижу вот так вот вечерами. Вот что вот это вот, блин, куда его деть? Вот куда? Оно меня раздражает. Ну, что это такое? Ну, это даже не сказать, что оно сильно толстое, а больше как шкура. Как второй подбородок. Ну, типа второй подбородок. Ой, стареем. Да. Кстати, так на канале стало спокойно. Угадайте, почему?
Ладно, все, буду потихоньку пошуршу, тут посмотрю, что мне надо подсоберу, чтобы потом с мужем там приехать и забрать свои вещи, ничего не забыть. Вот. Только, блин, обуютилась, только там повесила этот полотенечко, тут то, тут все. Уже думаю, какие-то надо это сухоцветы сюда принести, искусственные цветочки присматривала сюда. Хотела веточек нарезать, типа абрикосы или вишни, чтобы расцвели, тут стояли. Цветочки, думала, искусственные. Кактусики, думала, в горшочки посадить, тут принести, расставить. Мысль была у меня и рыбок сюда заселить в кругленький аквариум. Ну, так сложилось. Кстати, у нас умер попугай, я не помню, рассказывала или нет, внезапно. Он с утра летал, чирикал, кушал. И потом я пошла на кухню, пошла умываться, пришла дочка старшая и говорит: мама, у вас попугай умер. Вот. Да. Когда? Понедельник. Да, я расстроилась вообще. Просто внезапно упал и умер. Бедненький, наверное, сердце стало. Такой хороший попугайчик у нас в этот раз был, ну, неплохой был. Конечно, Гоша у нас был вообще предыдущий бегунок. Не знаю, мы решили попугаев пока не будем заводить. Я только купила на Алиэкспрессе штучку специальную для клетки, знаете, чтобы перья не раскидывал он. Не знаю. Так, ладно. Потом продолжим. Захотелось кушать. Что написано? Каша пшеничная, казацкая, с мясом. Пшеничная. Это же овсянка. Или как? А, это, наверное, лущенная пшеница. Ластицы пшеничные. А, да. Ну, короче, чтобы вы знали. Потому что в моем понимании там была пшеничная каша. Я думала, меленькая-меленькая пшеница. Захотелось покушать, сейчас перекушу. Она получилась, эта каша. Вы знаете, на вкус очень хорошая. Ну, мне понравилась. Она очень похожа по замезерна, наверное, еще плохо набухли. Но вот по вкусу, знаете, похожа на кашу кулиш. Вот знаете, где-то на каких-то праздниках там нам предлагают такой кулиш. И пахнет она тонкой, с мясом. Угу. Мне понравилось. Угу. Такая. Так что, кому надо, в экстремальных условиях очень даже ничего, кашка. Надо больше дальше разбухнуть, чтобы она помягче была, но у меня нет времени. Надо на маршрутку бежать. Шла домой с работы уставшая. Скажу, что купила быстро. Будем ужинать с Виталинкой. Лафету была в Арусе опять. И в этом, в Велмарте. Фетку взяла. Курочки взяла, такие маленькие. На салат. Салат буду делать рукколу, лафета и буряк. Дальше. Макароны взяла. Такие турецкие, твердых сортов. Попробовать в Арусе. Колготки по 31 гривне. Мне цвет понравился. Я люблю вот такой вот. Не сильно светлые. Чтобы были. Чтобы бывают такие вообще светлые. Такой. В жизни коричневее, на камере рыжее. 31 гривна и тоненький. 20 дент. И блеск мне у них нравится. Вот такой вот тоненький. Я люблю колготки. Потом взяла пожитник, увидела у них специи, вот такие фасованные, пожитник, взяла меленый. Он очень вкусно пахнет, но всегда почему-то я его вижу только в зернах. И два лимончика, вот таких. Так, это я в Агроре купила, я вам показывала. Трусики, вешалки. И это я забрала в Алексе. На работу покупала. Дома закончился и забрала. Вот.
Дальше взяла опять креветок нам с Виталинкой. Пока вчера было полно, вчера те брала я по 200 с чем-то, по 300 с чем-то, те по 350 брали, а эти по 300 вот такие вот были. Сегодня уже тех нету, эти чуть-чуть осталось, а перчатка еле-еле там наколупала. Короче, покушаем сейчас, поужинаем. В кишене в Велмарте взяла салат по скидке вот такой вот. И руколу взяла тоже на салат. Пол батона взяла за 5 гривен. Такие цены у нас. Сухарики на салат взяла. Петрушка была по 17 гривен. Большой пучок такой, 50 грамм. Дальше. Еще огурчики. Огурцы все мягкие. Выбрала более или менее. Перчик. Ну, все на салат. Помидорки. Так, помидорки. Еще два огурчика. Не, ну да, три. Огурчика три взяла, два помидорки, один перчик. И взяла грудинку свиную. Вот такую вот. Мне понравилось, что они в этот раз ее порезали. И она очень, видите, какая мясная. Я хочу ее или в мультиварке протушить. Ну, короче, что такое приготовить, как в магазине, типа, продают. Палка мясом. Все. Такой набор покупок был. Это где-то гривен на... Около 700 гривен где-то. Около 800 гривен вот это вот обошлось все. Не знаю, в одном магазине почти 400 и в другом почти 400. Такие цены. Маленькие пустые баночки. Закончился у меня вот такой лимон фреш. И вот такая номер один редена для мытья посуду лимонная. Вот это мне не очень. Там такой... Я не могу объяснить, но есть такая структура. Такой гель, который кусками, знаете, вот, попадает на тряпку, он кусками, и он падает мимо, может упасть там. Вот этот пластичный гель, ну, вот это очень похоже на фейри. Мне очень классное, в принципе, неплохое, хорошо пенится. Это я беру в Авроре, я не знаю, где оно еще продается, но я брала прозрачный. Может, еще какие-то есть разные. А, у меня ребенок просится. Ребенок не может без мамы, да. Вот. Короче, этот бюджетный, по-моему, 30 гривен 29 чем-то стоит. Этот, по-моему, еще бюджетнее, если я не ошибаюсь. Но вот этот не рекомендую брать, а этот хорошим. Так, барьер капли в уши котикам-собачкам. Хорошие капельки по составу. Сейчас. Хочу вам показать состав. Фокус нет. О, неудобно так. Вот. Такой состав. Неплохо убирает воспаление в ушах у животных. Вот, ну, хорошие, я их беру уже много-много раз. Так, закончился вот такой дезодорант, он против белых и желтых пятен. Очень классный, выкручивающийся, единственный его недостаток, это белые катушки под мышками. Ну, такой, знаете, крем с тальком, да, под мышками, ну,
потом, в принципе, он проходит. Вот, но действительно ни желтых, ни белых пятен он не оставляет. Дальше шикарная маска от Елизавеки. Это просто супер маска. Она, когда ее наносишь, она золотая. Потом она превращается в такую в тонкую, как пыль. Похоже на маску из глины, но очень тоненькая, очень приятная кожа после нее, вообще обалденная. Так, фруктис масло для волос, очень долго оно у меня было. Гарньер, сколько здесь миллиграмм? 150. Очень хорошая, мне понравилась, хороший запах, очень надолго хватало. Так, и последнее покажу. Почему последнее? Потому что побольше хочу уделить внимание. Классная сыворотка. Она мне сначала не понравилась. Сыворотка 7% кислот. Здесь очень хорошая сыворотка. Первые где-то 2-3 нанесения она мне не понравилась. Потом я почувствовала эффект. Она стала подпекать. Кожа на утро очень классная. Как сказать, хороший имеет цвет, такой здоровый, увлажненная, красивый. Ну, вообще, красивая, ухоженная кожа. Я ей пользовалась не каждый день. Было такое, что несколько дней пользуюсь, потом долго не пользуюсь. Было такое, что пользуюсь раз в неделю. То есть по-разному использовала, но мне очень-очень она нравилась. Использовала только на ночь, так как кислоты, я своим умом думаю, что на день нельзя. Днем солнышко, наверное, на день нельзя. Вот. Но на вечер обалденная штука. Вообще, но сейчас нигде не могу найти ее, если честно. Вот, так что вот такие мини-пустые баночки у меня закончились. Вот, и не буду больше собирать. Выбрасываю эти. И ждем следующее. Капец, сходила в сельпос, купилась на 700 гривен. Вообще ничего не купила. Я не знаю цены, просто ужас. Взяла бэби бананчики вот такие, второй сорт. О, что на 19 гривен получились. Филешку взяла. Да, по 134 гривны филе в сельпо. Взяла килограмм. Взяла две почки. Говяжьих не было. Если бы были говяжьи, я бы больше взяла. А так свиные только кошка ест. А собаки свиные не едят. По 65 гривен для кошечки. Пол батончика. Обычные бананы. Уже бананы стали стоить просто космически, я не знаю. Ужас. Цены кошмар. Так. Взяла полкило фарша, хотя, честно говоря, лоханулась. Там по 130 гривен была свинина, можно было взять самой накрутить. Но уже увидела, взяла. Уже свинину, слава богу, что не взяла, если честно, не дотащила бы. По 154 гривны на 95 гривен фарш. Вот, и чуть яблочко не укатилось. Хочу сделать, знаете, что с фаршем? Этим деруны и с фаршем внутри. Типа колдуны они как-то называются. Но не зразы, зразы по-другому делаются. Колдуны, по-моему. Короче, просто деруны, как обычно, и между ними ложите фарш и заливаете сверху, получается, как пирожок. Так, чуть-чуть взяла креветок совсем, потому что Виталина опять попросила, ей хочется, и ей нужны морепродукты. По 394 на 134 гривны, ну неплохие такие были, не в глазури. Вот дальше сметана у нас. Сметана, молоке 38 гривен, 20%. Собакам взяла бульонный набор куриные на 43 гривны, по 32 гривны. Оно сейчас по скидке. Бульонный набор спинки, так называемые. Ценник, ой, чек. Сейчас я вам скажу. Да. Вот. 725 гривен. Ужас, я в шоке. Вроде бы мясо взяла, да, но его не столько много, чтобы прямо, знаете, объесться им. Так, яблочко Семеренко. Виталинка попросила, три красивых выбрала. Вот такие яблоко Семеренко, когда с желтым бочком, они очень вкусные. Три лимона.
взяла, потому что лимоны я воду пью с лимоном и много где в салат добавляю, в подливку для салата. Так, 5 апельсин. Апельсины, кстати, тоже вот с этими попками, вот с такими вот. Вот с такими, очень вкусные. Еще бывает такая попка вообще большая, такая, знаете, как у обезьяны. Вот, и это вообще супер. Апофеоз вкуса. И картофель. Представляете, картофель по акции по 19 гривен. 19 с чем-то даже. Ну, короче, 19,99 это по акции. А так 26 гривен картофель. Я вообще в шоке за картошку. В этом году цена, конечно, золотая. И вот такие покупки. Ну, в принципе, если из спинок сварить суп. Я, кстати, буду варить, наверное, бульон оставлю себе, потому что собакам он не нужен. Даже это много. Я им сейчас сварю по одной штучке. Хватит. Если с этого сварить суп, с этого что можно делать? Тут фарша сколько? 610 грамм. Ну, в принципе, если рис добавить, можно даже голубцы сделать. С филе можно сделать биточки, либо котлеты. Ну, креветки можно было вообще не брать. Это кошки обязательно, почки. Да? Обязательно. Мне обязательно. Себе можете не брать, а мне обязательно. Да. Вот. Ну и фрукта можно было тоже там. Фу, что с тобой? Ты почку учуяла, трется об стол, смотрите, что творит. Ну, короче, вот так вот. Если еще за батоном сходить, 12 гривен отдала, а в Велмарте 5 чем-то стоит половинка батона, то можно было бы сэкономить. Можно было бы целый за эти деньги купить. Короче, вот такие цены, вот такие покупочки. Вот такая красивая кошечка. Да, вот так. Вот так. Всё. Ой, и тетя у нас пищит. Собаки.